Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики канала White Art. Это вторая серия игры под названием Бункер 21. Наконец-то я нашел чертов дом, куда мне нужно было прийти. Дом номер 11, в котором где-то валяются наши припасы. Пустая банка нам нахрен не нужна. Открываем наше хранилище. Офигеть! То есть, получается, смотрите. Пистолет. Зашибись. Рюкзак переполнен. Так, что нам не нужно, например? Нам не нужно нахрен радио сраное. Потому что оно бесполезное. Пока я не знаю, зачем им пользоваться. Медведи в прошлой серии мы захреначили ломиком. Поэтому, я думаю, ломик можно оставить. Ну-ка. А давай-ка мы, знаешь что? А мы, знаешь что, сделаем? А мы... покушаем. Возьмем это. Патроны обязательно. Патроны обязательно. Сейчас открываем лишнее, вытаскиваем. Это что такое? Свободный ячейк. Это аккумулятор для машины. Я думаю, пока не нужен. Всю жрачку выложим. Я так понимаю, везде, где есть там... чертовый фонарик. Объединить с батарейками. И все, мы походу можем. Дверь открыта, кто-то тут побывал, наверное, медведь. Да, я же его захерачил. Ну. Ты только сейчас об этом задумался, да, брат? Так, мы, наверное, не все еще залутали, но тут ничего нету. Здесь тоже ничего, всего две комнатки. Открываем хранилище и скидываем туда все, что можно было. Но мы уже все это скинули. Поэтому мяско, отросточек мы уничтожаем. Заходим в гараж, в котором ни хрена нетушки. Ну и все. Все. Пойдемте в тачку и валим отсюда нахрен. Ехать? Загрузка? Да какая пицца? Вы чё, офонарели? Дорогу я отправился в ночь, чтобы приехать к бункеру утром. Мне предстояло провести у входа довольно много времени. Лучше это будет день. Не хочется оставаться в незнакомом месте на ночь. Какая хорошая идея. Добравшись, я внимательно изучал обстановку. Большая массивная стена, вокруг все выглядит заброшенным. Рядом со стеной ползали странные штуки, похожие на человеческие руки с клешнями. Неприятное зрелище. Вход за стену открыть мне не удалось, но я видел пару вариантов, как прибраться с помощью лесов. Правда, прежде нужно лучше, получше все обследовать и выяснить, есть ли электричество снаружи. Нужно поискать что-то полезное, что может пригодиться. Нужно быть осторожным и внимательным. Хорошо, хорошо, я тебя понял. Че, мы идти не хотим? Ах ты, зараза. Понятно, бегать он тут не хочет. Взять, пока с ломиком походим, если чего. А, вот про эти он клешни говорит. А, вот они. Ёпрос, это какой-то меткий. Ай, блин. Давай, кто кого? Подробнее. Я пытался их изучить, но так и не понял, откуда они. Рука выглядит настоящей. Серьезное. Серьезное замечание. Так. Давай-ка попробуем. Мы. Как в игре Сталкер. Не знаю, лечит это или нет, но походу лечит. Бункер, вход, войти. Тот так войти не выйдет. Нужно с другой стороны. Нажать. Кнопка не работает, требуется запустить систему. Ай. Лом. Взять. Потому что песик это, конечно, хорошо, но патронов-то мало. Сейчас еще веточек пособираем, потому что они нам могут пригодиться, поскольку в бункере будет... Ты конченый, что ли? Возьми. Какая сосуска, прям. Какая сиська-то, прям. Ах, сейчас мы ее. Ай, бля. Ах ты, ах ты. А, да. Ты бить-то будешь, алло?
ну консервы лечат, это хорошо, мы сейчас возьмем патроны для пистолета. Хренак ним, это патроны? Нет, это не патроны, где патроны? Только не говори, что я патроны не взял. Я не взял патроны или что? Ну сейчас попробую взять. Патронов нет. Ну-ка, в смысле нет? Я же их вроде брал. Алло. Эх. Вот я дебил. Ну ладно, шо уж. Может, здесь где валяются? Нет. Потому что мы эту сиську не пройдем. Мы не можем ее ударить. Она длинная. Не будешь? Использовать патрон. А, вот, и господи, это патроны. Я думал, это аккумулятор. Я думал, это реальный аккумулятор. На нах. Все. Я реально, я думал, это аккумулятор просто. Леса. Здесь можно перебраться через стену, но я еще не все изучил. Ты серьезно? Чё тут изучать? Тут ничего нету. Это что? Это... медведь? Чё он делает? Там пичку? Ай-яй-яй-яй-яй, это медведь-зомби. Братух, ты все изучил, а? Алло. Так, патроны забрать. Забрать. Открыть. Скушать. Подлечиться. Взять. А, у меня джойстик отрубился. Понятно, что он не работает, поэтому ладно. Ой. Прошу прощения. А. В смысле? Выберите подходящий предмет для выполнения действия. В смысле? Ну? Не уходит, нужна отвертка. Ах ты, блин, козёл. Да блин. Не. Стреляют они медленно, но... медленно, но метко. Хопочки, открываем ящичек, там будет патрончики, а это. Отверточка-то где? Ай, твою мать. Я буду называть их хэдкрабами. Так, ну хотя бы два выстрела из пистолета с автоприцелом, это нормально. Это хорошо. Поскольку, ну, слишком... Блин. Алло. А почему? А, этот краб, господи. Нажать. Не нажимается, вероятно, нет электричества. Серии... Оооо. Так, еще что полезное есть? Это что за рэпер? Большой стикер подробнее. Типичный тиммейт. Рядом с картинкой лежит записка. Нашел отличное место, где можно обосноваться. Пришло время стать хозяином этой лачуги. Разобраться бы с электричеством, чтобы подключить оборудование. Это не тиммейт, это рэпер. Это Моргенштерн. Или еще какой рэпер. Пишите в комментариях, на кого вы подумали. А мы идем открывать ящик. Надеюсь, там больше не появится извращенного медведя.
с дырой в брюхе. Ну вот наши эти валяются, хэдкрабики-то. Опа. А мы сейчас посмотрим. Ха, все, больше нету. Открыть, открыть, открыть. Что-то переключилось, нужно включить электричество. Интересно, что? Сейчас там такой мальчуган такой. А-а-а! В смысле я такой тупой? Ну, конечно, игра такая себе, но... Ну, не то, что такая себе, но слишком недоработанная, слишком вот... А вот уже интересно. А вот это уже интересно. Идем обратно. Идем обратно смотреть, что... Ай, господи, я думал, все. Жизнь почернела, но нет. Слава богу. Сейчас там какой-нибудь медведь, да, появится? А это что за... Ладно, может это не стреляет? Это что такое? Это курица? А, это руки, господи. Ой, он у меня втащит или чего? Да ты ж сука. А-а-а, я убился. Начать заново, только давай не... Блин, что, совсем заново, что ли, получается? Алло. Аллошеньки, аллошеньки, взять. Патрончики для пистолетика. Забрать. Все, я понял. Все, тут мне нельзя, короче. Объединить с вот этим, объединить. Все, перезаряжаемся и... Ну ладно, только отростки, короче, можно монтировкой. Эти, эти, эти. Потом вот эти маленькие. Большие тоже нельзя, так что... Тенопестик. Перезарядочка. Опа, косая собака. Это с первого раза уничтожается. Так. Я не помню, там что-то было. По-моему, тут только ящик был, да, вот этот. А ну да, дальше там не пройдешь. Открыть ящик, использовать монтировку и забрать патроны. Все, бежим обратно, быстро все убираем. Тут, смотри-ка, нету медведя. Ну и ладно. Не больно-то его хотелось видеть. Ай, еб твою мать. Это мои тиммейты были криворукие. Так, а там что у нас было? Я не помню, что там было. Взять потом. А, вот он. Давай, давай. Беги! Беги, тварь! Беги! А теперь разворот и. Много на него патронов. Да давай! Одного достаточно было, ну. Походу он пришел оттуда, услышал выстрел и такой. Дай-ка я приду. Так, здесь у нас были руки, да? Вот они сейчас мы. Да. Вау, лавируем, как в матрице. Так, здесь что мы берем? Здесь мы берем отвертку. Здесь у нас есть ящик с помощью. Что ты хотел? Что ты хотел? Алло, 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 алло. Все, да, больше здесь ничего нет, значит, бежим мы в обратку и открываем ящик быстро, вот этот, который там нарисован, ну, в стене. Вот, и... Такой медведь валяется просто. Просто медведь такой валяется. Переключить, бежим обратно. Сейчас какой-нибудь, интересно, упырь появится или нет. Если появится, будет вообще смешно. Бежим в обраточку, включаем электричество и заходим дальше. И, наверное, на этом серию заканчиваем, потому что игра не такая большая, но можно растянуть ее на несколько серий, нажать. А вот это уже интересно. В который раз мы уже это читаем, но ту ногу мы сейчас захреначим так, потому что это... Это не нога, это что-то было. Это туловище. Такой медведь валяется с брюхом прогрызан. Где? Вот оно. Стреляй.
Все, да, твою ж мать. Подружки твои тут образовались каким-то чудным образом. Так, здесь ничего нет. Отлично, что-то включилось. Здесь я сделал все, что мог, пора лезть внутрь. Так войти не выйдет. Хорошо, патронов у нас сколько? 23 штуки, но в принципе нормально, мы все под нас собирали. Ну что, входим? Загрузка. Твою мать, артобстрел! Ах ты. За стеной, это что за муть? Эй, давай, 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 давай. Блин, там еще твои дружки. Ну. Награда, первый босс. Ай. Какой я увидел? Патронов нет. Ай-яй-яй, ска. Патронов нет. Все, надеюсь, они закончились. Идем в ящики. Ну, в каждой локации есть какой-то ящик... патроны. Есть какой-то ящик, в котором можно взять свои припасы. Например, бензопилу. Только нахрена она мне? Она мне не нужна. Что тут еще? Аптечка, отвертка. Ну, в принципе, все, что нужно у меня с собой. Бензопила мне пока не нужна. Поэтому... Так, деревья нам не надо. Бункер 21 мы сейчас откроем. О, шляпка. Отлично, нашел шляпу одну. Так, там патроны, да? Это хорошо. Тут что у нас такое? А ни хрена. А, вот тут у нас дверь. Панель, которую можно открыть с помощью патрона. Дверь заблокирована, нужно ввести верный код. Нужно ввести верный код. А вот если записку, то я не прочитал, это, наверное, плохо, да? Да. Где найти верный код? Очень мне интересно, да-ка, консервами. Ай. Возьмем. Без оружия здесь нельзя ходить. Так, что у нас тут? Пока да. Здесь ничего. А, вот, книжка. Надпись на обложке сзади. О, патроны. Кто-то просто оставил патроны. Так, ну давай попробуем. Может быть, это и есть код. Дверь заблокирована, нужно ввести верный код. Какой код-то хоть? Ничего не дали нам? 60 патронов, обложки сзади. Чё? Какой обложки сзади? Что тут? Что тут? Ничего тут нет. Может быть, 1-1-1? Неправильно. Не выходит, потому что мы не знаем кода. Так, надпись сзади обложки. Может быть, мы веткой? Ветку взять нельзя? Плохо, что нельзя ничего на обложке сзади. Так, проникнуть в бункер. Хорошо. Так, XX. Звездочка. А, фан. А, все, я, кажется, понял. Взять.
Ну и? Ну и? Ну и? Ну и нет. Так, здесь что-то фонарик какой-то, да? Хорошо, допустим. Может быть взять бензопилу? Может быть взять бензопилу? Так. Что у нас тут? Ни хрена. Надпись сзади на другой стороне обложки. Какая надпись? Фонарь. Об этом мне ничего не говорят. Крестики, крестики, крестики. Одни сплошные крестики. Ну, сейчас... А, вот здесь-то я не пробегал. Ага. Кто это мог быть? В кармане лежит пластиковая карточка на имя Максим. Осмотреть. Бензин. Блокнот. Листы размокли, тяжело что-либо прочесть. Кто бы это мог быть? Я считаю, что этот Максим, он какой-то недотёпный. Всё, вот в том блокноте что-то написано, а как его прочитать? Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и не болейте. Увидимся в новых видео. Если вам эта игра прям интересна и интересно, что будет происходить дальше, ставьте большой палец вверх и пишите в комментарии о том, что вы хотите ее увидеть. А на этом все. Увидимся в следующих сериях, дорогие друзья.